Всем привет, друзья! С вами снова я, Читер 00, и сегодня мы играем в Бравл Старс. Да, кто не смотрел мое предыдущее видео, обязательно посмотрите. И как вы видите, у меня уже есть Нани. Еще я вам покажу, что я выбил. Да, я выбил еще в день обновы, 1 февраля, Гейла. У меня теперь и Гейл есть, и Нани тоже. В общем-то, сегодня мы будем играть за Нани. Вот, кстати, заходите в наш клуб Космонавты. Здесь играю я и Космосик. Вот он. Ну, в общем-то, давайте играть. У меня сегодня настроение неплохое, нехорошее. Я попробую еще завтра снять видео. Да что ж это такое? У меня почему-то не шла Нани. Я Нани только вчера выбил. Я пойду сразу же в кустики. То сейчас меня замочит. Пойду вот на окраину. А, Байрон ушел. Также мы сегодня попробуем играть за Гейла. Будем чередовать вот карточки. Сколько получится, столько я и сниму на столько видео минут. Да. Ой. Я спалился. Предлагаю тимиться. Ну, давайте затимимся, но его закрасим, потому что я не собираюсь отдавать победу какому-то человеку, который себя называет про. Все, сдохну. Да-да-да-да-да. Тимимся, тимимся. Правда, у него есть ульта. Если он меня предаст, то я его пум и закрышу. Одинокий. Главное его сейчас не крысить. Это будет неинтересно потом. Давайте, помирайте, нубы. Ты пока иди там на охоту, я потом тебя найду. И прикохошу. Ребят, кстати... Опа, его уже убили. Ладно. Короче, я сейчас иду и попробую прикокошить Байрона, но это, конечно, неправда, потому что Байрона я не убью. На, бом. Я завалил бом. Сейчас завалю Байрона. В итоге мы оба умерли. Ну, хотя бы второе место. А сейчас мы будем играть за Гейла. И попробуем на Гейле поднять 20 ранг. Ух. Сидим в кустах. Да, не спрашивайте, почему я ставлю на паузу. Никаких моментов таких сложных не происходит. Просто кое-что застает. Эль Примыч. А! На! Понял. Сыграем сегодня еще в роборубку. Попробуем еще завтра набить 10 тысяч кубков мне. Кстати,
Если вы не подписались еще на канал Васи Иванов, то подписывайтесь. Там тоже выходят интересные видео. Тут у меня какие-то тут непонятные люди в сети. Я вообще не знаю, кто вот в клубе Космосинга обитает. Звери, птицы. А может быть даже и яйца какие-то, птеродактили. Нагибатель 2. Нагибатель 2. Тем более, еще и Данил кидается своими бомбочками. Пойду-ка я нафиг. Не, ну ты серьезно? Ну зачем ты это делал? Как же я ненавижу этих динамайков. Эти динамайки меня бесят. Да как? В общем-то, я пришел. Ну что вы ко мне пристаете? Что я вам сделал? Ага, тимимся, тимимся. Жмых, Максим. Того Бо пытаются замочить. В кустах точно. Ой, точно, я забыл. Играем дальше. Ну что я вам сделал? Бесит меня постоянно. Я им ничего не делал, а они на меня нападают. Заходим в кусты, вроде никого, и там никого. Я, получается, один в этих кустах. Странно. Обычно. Откуда медведь знает, что я здесь? Ой, Фрэнк. Меня замочили. Ладно, пойдемте уже в роборубку играть. Мы так и не поиграли сегодня в нее. Кстати, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, если хотите, конечно. Опа, нам уже по сейфу нанесли 4%, сняли. У нас 96% у сейфа. Нашего напарника замочили. Да! Со всех сторон. Да что ж такое-то? 90% уже. Я прошу нафиг.
85%. И наверняка он красный. Конечно. Что еще ожидать от эксперта? На, сейчас я ему пипа отправлю. Получай. Давай же, давай, ну. Запитосно.